Приветствую, друзья, зрители, подписчики, любители гитары. Меня зовут Александр, я гитарист, композитор, аранжировщик, репетитор гитары. И в этом видео я приглашаю вас на обучающий курс, который я назвал «Быстрый старт». Это интенсив продолжительностью 1 месяц, и на протяжении месяца у нас будет 5 встреч. Одна встреча в неделю, каждая встреча будет продолжаться 45 минут. Все встречи будут проходить через интернет в режиме онлайн в прямом эфире. В качестве вашего наставника буду выступать я и рад буду видеть вас в качестве обучающихся на этом курсе. Теперь позвольте мне вкратце перечислить несколько плюсов и преимуществ этого обучающего видеокурса, который называется «Быстрый старт». Первым, на мой взгляд, самым жирным плюсом я считаю то, что в сжатые сроки вы сможете получить максимум полезной информации, которую я накапливал более чем 20 лет, играя на гитаре. Я думаю, что за месяц получить такую выжимку знаний – это очень здорово, но давайте правде в глаза взглянем и согласимся с тем, что за 1 месяц невозможно научиться играть на гитаре так, как играют люди, которые отдали этому более 20 лет своей жизни. Однако можно получить огромное количество полезных советов и тут же применить их на практике, отчего игра на гитаре станет более изящной, более красивой и богатой. Следующим плюсом я считаю цену. Как вы видели в описании, вы получаете 5 занятий по цене всего одного занятия. Я считаю, что это большое преимущество. Следующим плюсом я назову обратную связь. Дело в том, что мне пишут с разных уголков нашей прекрасной планеты любители гитары, где задают различные вопросы, но, к сожалению, за неимением времени я не все могу ответить, так как я пишу музыку, делаю аранжировки, даю консультации, занимаюсь со своими учениками, плюс ко всему у меня есть семья, различные бытовые моменты. Однако все участники этого курса гарантированно смогут получить от меня максимально развернутые ответы на вопросы в рамках этого курса. Еще одним плюсом я назову последовательность. Многие начинающие гитаристы, когда начинают заниматься на гитаре, черпывают обрывочные сведения из интернета или у друзей, у знакомых что-то перенимают. Кто-то показал перебор, неизвестно еще правильно или неправильно, кто-то бой показал. И поэтому знания бывают неполноценными, и огромное количество белых пятен присутствует. В этом курсе мы с вами все эти минусы нивелируем и будем двигаться от простого к сложному в нужной последовательности. И еще один плюс обозначу. Мы с вами будем заниматься теорией музыки, уделим этому минимум времени, но я считаю, что теория знаний музыки, они необходимы, знания теории музыки, в частности гитаристам. И также мы будем максимум времени уделять практическим занятиям, львиную долю наших занятий. Как вы читали в описании, как минимум одну композицию мы будем с вами на каждом занятии разбирать. Плюс ко всему, в конце каждого занятия я буду высылать вам рабочую тетрадь с табулатурами упражнений, которые помогут вам развить игру как левой рукой, так и правой рукой. То есть ваши технические навыки улучшатся. Каждое занятие от 3 до 5 упражнений вы будете получать. Вот эти несколько основных плюсов. Их намного больше, конечно, но чтобы не растягивать это видео, я решил обозначить вот эти плюсы. И по поводу условий участия в этом курсе. Я буду проводить его через программу, где количество участников ограничено всего 10 участниками. Поэтому, как только придет 10 заявок, как только поступит 10 оплат, я сразу закрываю набор на этот курс. Поэтому рекомендую вам поспешить. И по поводу дней и времени, когда будут проходить наши занятия, вы можете познакомиться под этим видео. Если будут какие-то вопросы, все контактные данные также есть под этим видео. Пишите, спрашивайте, с радостью отвечу вам. И приятно будет увидеть вас на занятиях курса гитары «Быстрый старт». Всего доброго, зажгем. Пока.